У многих происходит такая проблема, стиральная машина набирает очень мало воды. Ну и из-за этого ухудшается качество стирки. Есть в стиральной машине, ребят, такой датчик. В моей модели он расположен здесь. Вот он. И он называется прессостатом. Как раз таки он отвечает за уровень воды в стиральной машине. Видите, наверху есть паз под крестовую отвертку. Она у нас регулируется. Ее можно крутить по часовой и против часовой стрелки. Путем регулировки мы можем добиться того, что вода будет в бак загружаться нормально. То есть воды будет достаточно для того, чтобы постирать вещи. Так как я здесь могу снимать... Частая проблема в стиральной машине, что она не запускается. Как бы вы ее ни крутили, как бы ни отключали, что бы вы ни делали, она все равно не запускается. Как же быть? Практически у каждой машинки есть рисунок замочка. Этот замочек – защита от детей, чтобы дети никуда не нажимали. И, как правило, удерживая две кнопки, эта защита снимается, и вы можете спокойно продолжать пользоваться машинкой. Ну вот, хочется, ребят, мне это видео снять, вдруг кто-то не знает. А вы знали, что при стирке, при включении какого-то режима, можно этот режим остановить и переключить на другой режим и стирать другим режимом? Ну, допустим, вы стираете в режиме синтетика. Машинка простирала минут 30-40. Ну и в этот момент вы решили просто сделать отжим или просто сделать полоскание плюс отжим. Давайте возьмем лучше отжим. В этот момент вы нажимаете вот на эту кнопку, тем самым вы приостанавливаете стирку. Далее переключаем это на режим отжима. И далее нажимаем уже опять на продолжить стирку. То есть не стирку, а отжим. И все, в этот момент у нас начинается отжим. Может, для кого-то это покажется смешным, но реально некоторые не знают. Давайте посмотрим, сколько людей не знали об этом. Просто поставьте лайк под это видео. Ну и для меня это как мини-статистика. Для запуска тестового режима необходимо зажать кнопки «Отжим температура» и нажать кнопку «Включение». Вот, телефункцию мы можем переключать кнопкой «Старт». Единственное, что лучше запускать этот режим тогда, когда машина включена, ну, подключена к воде. Потому что одной из функций будет проверка нагрева. Вот сейчас двигатель вращается на холостые обороты, 50 оборотов в минуту. Сейчас он будет вращаться в другую сторону. Вот, пошел разгон. Вот он показывает обороты. В данный момент дисплей отображает обороты двигателя. Сейчас мы проверим разгон на максимальные обороты. Вот у нас машина на 1000 оборотов, вот она где-то примерно в районе 1000 пыталась держать. Следующий тут уже уровни воды, потом будет нагрев и все остальное. Но это уже надо проверять тогда, когда у вас машина подключена к воде. Потому что тен без воды, если включится, то он, к сожалению, перегорит.